Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим, как пользоваться картой SberKids. SberKids – это карта Сбербанка для детей от 6 до 13 лет. И как именно пользоваться данной картой зависит от того, какая именно у вас карта. Потому что раньше SberKids была только виртуальная карта, и пользоваться ей можно было только через мобильное приложение SberKids. И расплачиваться ей можно только в интернет-магазинах. То есть данная карта не привязывается, например, к Apple Pay, Google Pay и так далее. То есть не может ребенок пойти и просто расплатиться в обычном офлайн-магазине. Не может снять наличные, не может пополнить через банкоматы, а может только что-нибудь заказать через интернет-магазины. И, конечно, это не очень удобно, то есть весь максимум пользования именно виртуальной картой – это заказать и оплатить что-нибудь в интернет-магазинах. То есть, к сожалению, виртуальная карта не совсем многофункциональна, как пластиковая карта. И вот разработчики Сбербанка поняли, что виртуальная карта не совсем удобна и многофункциональна, и начали выпускать именно пластиковые карты SberKids. Их можно заказать в нескольких вариантах, то есть с разными картинками, с разными дизайнами, и как раз таки вот такой нормальной пластиковой картой SberKids можно пользоваться уже намного больше. Появилась, конечно, вариация пользования данной картой. Что же можно делать с данной картой? Самое главное, это можно ей расплачиваться. Расплачиваться везде. Не только в интернет-магазинах, но также и в обычных магазинах. С данной карты можно снимать наличные, причем лимит достаточно большой. Это 100 тысяч рублей в месяц, ну и в сутки, в принципе, также. Можно снимать 100 тысяч рублей в месяц, если нужно больше, то там уже идет комиссия 1%. Естественно, данную карту можно пополнять не только через приложение SberKids, как раньше, например, у виртуальной карты. Можно также пополнять ее, например, и через банкоматы Сбербанка. То есть, как мы видим, именно пластиковая карта SberKids – это точно такая же дебетовая карта, как и обычная, например, классическая карта Сбербанка. То есть ребенок может в полной мере ей пользоваться, расплачиваться, как и обычной картой, но, соответственно, конечно же, родитель отслеживать может абсолютно все операции, родитель может контролировать все, что происходит с данной картой. Опять же, через приложение его карта ребенка, карта SberKids отображается в мобильном приложении Сбербанк онлайн. То есть можно, например, составить какой-то лимит, можно отслеживать все, можно, конечно же, через Сбербанк онлайн пополнять карту SberKids. В общем, конечно же, лучше всего заказывать именно пластиковую карту, то есть если у ребенка есть только виртуальная, то можно совершенно бесплатно заказать пластиковую карту, чтобы ребенок мог пользоваться ей в полной мере, расплачиваться, пополнять, снимать наличные и так далее. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.